Здравствуйте. Цены на бензин не будут расти до конца года. Как сообщают «Известия», сдержать их удастся за счет увеличения поставок на внутреннем рынке. По информации издания, практически все нефтяные компании запланировали продать до конца ноября больше топлива, чем было запланировано. Бензина на 7%, дизеля на 20%. Предполагается, что это позволит остановить рост цен, который начался этой осенью, и выполнить предписание ФАС. Напомню, в начале ноября был зафиксирован рекордный уровень оптовых цен на бензин. В среднем они выросли на 5-10%. Это вызвало протест антимонопольной службы. Она поручила компаниям увеличить биржевые поставки. Именно биржевая оптовая цена выполняет роль ориентира для розничных цен на АЗС. Россияне стали больше тратить на благотворительность. По данным сервиса «Яндекс.Деньги», с января по ноябрь 2017 года наши соотечественники перевели на благотворительность и краудфандинг около 1 200 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем за этот же период прошлого года. В среднем люди переводят по 700 рублей. Больше всего перечислили на благотворительность те жители центрального региона. В среднем 943 рубля за один раз. Сибири – 883 рубля. И Дальнего Востока – 873 рубля. Самый маленький средний перевод у жителей Приволжского федерального округа – 550 рублей. В России вновь заговорили об установлении минимальной цены на сигареты. А на этом настаивает Минфин и Минздрав. По словам представителей ведомства, это позволит очистить рынок от дешевого табака, снизить доступность сигарет для населения и сократит уровень их потребления. Какова будет минимальная цена, пока неизвестно. По прогнозам участников рынка, введение такой меры в любом случае приведет к подорожанию сигарет. Цена одной пачки может в среднем вырасти со 100 рублей до 140. Идею поддержали крупнейшие производители табачных изделий. Против выступили Минэкономразвития и Минсельхоз. По их мнению, установление единой минимальной розничной цены может негативно сказаться на российских производителях нижнего ценового сегмента. Торговая сеть «Семья» не будет претендовать на площади бывшего гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов 65. Как сообщает «Коммерсант» Прикамье со ссылкой на свои источники, самый крупный актив бывшего «Вивата» не интересен группе компании «Экс». Слишком большие площади, кроме того, торговые потоки гипермаркета сейчас забирают «Лента» и «Карусель». По мнению участников рынка, объект может приглянуться продавцам бытовой техники, мебели и стройматериалов. «Семья» же, по данным издания, собирается дополнительно взять в аренду до 8 более мелких магазинов «Виват Трейда». Один из них в помещении «Горного Хрусталя». Добавлю, ранее управляющий «Вивата» предложил ритейлерам «Пятерочки», «Семьи» и «Магниту» арендовать 16 объектов недвижимости, которые ранее занимали «Виваты». Курсы валют на 29 ноября. Доллар – 58 рублей 41 копейка, евро – 69 рублей 49 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.